Игорь Попов, эксперт Украинского института будущего. Игорь, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Какие успехи видите вы у Украины на евроинтеграционном пути? Да, потому что последний месяц мы все-таки были зациклены на вступлении в НАТО и как-то мало говорили о нашем евроустремлении. Что нам еще предстоит сделать? И вот в свете того, что Урсула фон дер Ляйен высоко оценивает нашу подготовку, президент Литвы обещает нам приятные сюрпризы в конце этого года. А в конце года, напомню, начнутся переговоры, да? Украина ЕС. Чего нам ждать к концу этого года? Ну, мы, конечно, надеемся и уверены, что начнутся переговоры, потому что это следующая стадия формального процесса евроинтеграции. Это переговоры о членстве. И вот действительно, год назад мы получили статус кандидата в члены Евросоюза. И нам дали домашнее задание. Там 7 главных требований для того, чтобы Украина приняла определенное решение, чтобы мы перешли на следующий этап переговора о членстве. Большинству этих вопросов действительно у нас есть нормальная динамика. И действительно мы надеемся, что осенью это будет следующее. Если говорить о конкретике, то, наверное, наиболее дискуссионным для украинского общества является закон о языках национальных меньшинств. То есть Венецианская комиссия дала свои рекомендации, и Венгрия, как один из членов Евросоюза, настаивает на том, чтобы Украина смягчила наше законодательство о государственном языке и об образовании, для того, чтобы компактно проживающая венгероязычная меньшина украинцев, она могла получать образовательные услуги на венгерском языке. Это действительно у нас сложный дискуссионный вопрос, дискуссии продолжаются, они наверняка активизируются этой осенью. Игорь, а какие коррективы в подготовку внесла война, имею в виду фаза полномасштабного вторжения? Насколько это осложняет или, наоборот, возможно, упрощает путь? Объясните, пожалуйста. Ну, пока у нас ПДЧ отменили. Ну, будем откровенны. На самом деле решение о полномасштабном, полноправном членстве Украины в Европейском Союзе будет политическим. Мы никуда не денемся. Продолжим нашу адаптацию нашего законодательства, наших технических стандартов, наших продовольственных стандартов, то есть всего чего угодно для того, чтобы мы интегрировались в европейский экономичный рынок и в их юридическое пространство. Но кроме того, регулярно будут выставляться некие дорожные карты, которые Украина будет выполнять. И поэтому вот это политическое решение, оно во многом, да, зависит от войны, потому что появилось больше сочувствия, эмпатии, поддержки Украины. И Украина своим сопротивлением, деятельностью своего гражданского общества, всех граждан, власти, наших официальных институтов подтвердила, что европейские ценности для Украины настолько важны, что мы готовы за них сражаться. Это, конечно, стало довольно сильным сигналом для Брюсселя, и поэтому политическое решение может принято быстрее, чем мы думали до начала полномасштабной войны. То есть, получается, и в этом случае Путин, как бы, который не хотел, чтобы Украина шла в Европу, но своим полномасштабным вторжением подтолкнул, наоборот, чтобы этот процесс быстрее происходил? Если были какие-то социальные группы, которые до полномасштабной войны еще сомневались и говорили, может, все-таки нам подумать о более плотных отношениях с Россией, то сейчас таких не осталось. И поэтому, действительно, сегодня есть консенсус и власти, и оппозиции, и гражданского общества о том, что будущее Украины – это Европейский Союз, это НАТО, это западная цивилизация. Игорь, переносимся в Джидду, в Саудовскую Аравию, куда будет приковано внимание наше сегодняшнего, сегодня и завтра. Да? Там уже начала работу встреча, посвященная вопросам мира в Украине. Что нам известно? Примут участие более 30 стран. В последний момент присоединились Индия и Китай. Чего вы ждете от этой встречи? Станет ли она исторической, как вы считаете? Я боюсь расчаровать в том, что публичных результатов нам, скорее всего, не покажут. То есть это все-таки рабочая встреча, она не анонсирована за закрытыми дверями, это другой формат. То есть о ее проведении и о ее составе пресс-релиз будет. А вот о чем договорились, нам не покажут, потому что хоть эта встреча довольно высокого уровня, это политические советники первых лиц государств и советники по вопросам национальной безопасности, но это обмен мнениями. Это обсуждение, детализация украинских формул мира Владимира Зеленского. То есть все эти 30 стран будут говорить, как в деталях реализовать эту формулу и какая из стран, за какой пункт могла бы более активно взяться. Встреча очень важная, потому что с западными союзниками у нас есть понимание, есть общие цели.
Но там будут страны, которые либо пока воздерживаются от санкций против России, либо имели свое общее мнение, особое мнение. Очень важно, конечно, что будет присутствовать китайский представитель Ли Куэй. И поэтому, если уж Китай приезжает, то означает, что он соглашается, что за основу будет взят украинский план, да, его можно расширять, дополнять. Китай наверняка приехал своим предложением насчет детализации. Но, что очень важно, все участники заинтересованы в мирном урегулировании. И понятно, что ключевым вопросом будет вывод российских войск. То есть по всем остальным вопросам, потому что должна быть продовольственная безопасность, ядерная безопасность. Есть фактически консенсус не только с западными союзниками, но и с глобальным югом. А вот некоторые страны все-таки считают, что нужно остановить боевые действия, объявить прекращение огня и вступить в переговоры. А все-таки украинская позиция стоит в том, что вывод российских войск со всей территории Украины является обязательным условием мирного урегулирования. Скажите, Игорь, а с какими странами в ходе сегодняшнего и завтрашнего саммита встреч Украине предстоит поработать, ну вот, особенно детально, чтобы донести свою позицию, чтобы, возможно, добиться изменения позиции представителей той страны? На кого особый упор, особое внимание? Я думаю, конечно, Китай, как я уже говорил, это первое. Это все-таки самая влиятельная незападная страна. Это, несомненно, Индия, Бразилия, Южная Африка, то есть крупнейшие страны. Особые переговоры с Турцией, хоть у нас и так отличный контакт, но советник президента Эрдогана, он доложит позицию своему руководителю, а у Эрдогана в ближайшее время, скорее всего, будет встреча с Владимиром Путиным. Поэтому месседжи будут передаваться как оперативные по возобновлению зернового коридора, так и более стратегические по урегулированию. А я вот точно не знаю, приехал ли Иран. То есть предварительно анонсировалось, что представитель Исламской Республики Иран примет участие. Это вообще очень интересно, для меня это сюрприз. Все-таки Иран предоставляет вот эти проклятые шахеды, которые прилетают в Украину каждую ночь. Но, тем не менее, если и они уже заинтересованы в украинской мирной конференции, это показывает, что и Иран понимает, что войну надо заканчивать. И Иран ищет свое мнение, и свое место в этом. И, возможно, будут некие особые результаты, тоже пока не публичные, и от двусторонних контактов с Ираном. Ну, да. Игорь, внимательно следим за новостями из Джидды сегодня и завтра. Главную новость мы уже получили еще до начала работы этой встречи, о том, что о России говорят, цивилизованный мир говорит без России. Спасибо. Игорь Попов, эксперт Украинского института будущего, присоединялся к нашему эфиру. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.